Мы находимся в ливанском городе Библ и пришли на завтрак. Поначалу он мне казался очень скромным. То есть помидоры, огурцы, колбаса была, сыр. Вот это вот они делают, они так не смешивают помидоры с огурцами, как у нас, а они отдельно кладут сметану и на нее льют оливковое масло. И смешиваешь уже во рту, наверное. Вот оливки, хлеб, кофе, чай, джем. И я подумала сначала, ой, я, наверное, этим не наемся. А еще были яйца, мы тоже их съели. Потом принесли вот такие вот лепешки. Они вот такие интересные, оказались внутри с маслом и вот посыпанные вот этой приправой. Вот они такие уже горяченькие, вкусные. Все, нравится, чувствую, наедаюсь. Вот. Обратила внимание еще вчера на ужине, что у них перец особенный, ливанский перец. Он на цвет как какао, какао-порошок. Вот. И на вкус очень не похож на наш перец, совсем, совсем другой вкус. Это меня тоже заинтересовало. Спросили у официанта, он говорит, это ливанский перец. Его у нас добавляют во все блюда. Ну, что я могу сказать? Нравится. Сейчас растворили это не с кафе. Она подходит и говорит, а вы хотите ливанский кофе? Конечно, хотим. Вот она нам сварила. Ой, ну вообще так прекрасно. Ливан очень нравится. Вот погода пока нам не очень дает наслаждаться. Сегодня, хотя дождя нет, но ветер. А вот все остальное в Ливане очень нравится. Это не тот Восток, который мы себе представляем, где все там женщины замотаны, где все это по-арабски. Здесь все по-французски, bon appétit. И здесь все европейское, здесь ну просто великолепно. Чувствую, что хочу остаться. Всем привет из Ливана.